Но если она появится второй раз со спины, это будет жопа, блин. Главное так... Будет прикольно, если она сейчас такая появится со спины, так, оп. Кстати, мы тут не были. Нет, нафиг ты пошел, собери свои души. А мы тут не были. Нет, мы тут были как раз. Мы тут были, да. А не легче ли мне пройти снизу, чем еще до раза с темы? А черт, нет, правда не легче. А того пройти к нему. Там хотя бы душ получше, может быть. Сейчас еще прибежит, я так и вспомнил. Я помню про тебя, тварь. Но я про тебя забыл. Он такой, знаешь, типа такой, наконец-то ты меня вспомнил. Тварь. Да, конечно, веселая игра. Однозначно. Думайте о покупке, весело все. Игра 10 из 10 просто. Тихо, тихо. Ты близко подошел. Еее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 
5, дай 5, чтобы меня прикончили, спасибо. Да чётко, чётко, прям так, тык, готов. Так, бинго. Ну, так говоря, нам не хватает одного удара, это будет наш один удар. Но... Ой, вот. Мне интересно, с каким можно улучшать. Потому что... Я, да, помнишь... мне кажется, пока у тебя титанит, можно, не знаю, на 4 титанита и все. На 4, не знаю. Хотя, в принципе, это японская игра, так что 4, мне кажется, вариант есть. Да, на самом деле, мне кажется, все в интернете сраные читеры. Напиши как-нибудь. Ну, нет, чтобы вот... Мы это говорим, мы транслируем наше мнение на массу. Как бы мнение относительно читерства. А, я забыл, что... Конечно, три места. Блин, ну если читерить, так это вообще... Блин, да душ... Почему не восстановился это? Я слышал. Смотри. Что? Эстус, не восстановился. Он то один есть, то один нет. Это глюки игры, что ли, такие? Козёл, а? Вот козёл, всё, сдох, видишь? Теперь-то разница заметна? Ощущаешь, да? Теперь да. Не зря я его прокачал. Конечно. И душу даже получили. Человечность получили. Может быть, реально от прокачки оружия зависит, как ты получаешь человечность и все, всякие бонусы? Ну, не знаю, но... Это довольно неплохо. Я забыл, что там еще два дебила этих стоит. Нет, здесь один пока что побежит на тебя только. Наверное, да. И если двое, конечно, побежит, то это будет прискорбно! Музычка серьезно не играла. Нет, я не слышу музычки серьезной. Слышу звук того, как он умирает. А, это звук мотоцикла. Косая жопошническая хрень! Сдохла! Да. Береги слева, ну. Че? Не-не-не, это надпись была. Стол. Вот еще можно обгрейдить как-нибудь. А он один тут-то? Кстати, о, душа. А, мы здесь не были так еще? Вон их, ой, еще. Со спины, ребята. Кстати, втихую со спины. Вариант. Да, он их убьет сразу, твой меч, с одного удара. Но это мой меч. Да, да, нет, мне кажется, стоит. Они сейчас я одного загрю, и они оба побегут. Вчера. The fuck? Мак? Знаешь ли? Гаденыш. What the fuck is that shit, man? This shit is serious. Поэтому Jesus. Нужно прокачивать блэлук, как я уже говорил. Ладно, я ему в щи отсюда схерачу. А, здесь можно взять чуть левее. Левее бери. Цельси левее. Еще не бегут? Нет, левее Цельси. Левее, левее, левее Цельси. Как эти Цельси левее? Точнее, правее, блин, левее. Ты наркоман, там стена. Хедшот, бич. В чем? Соси мою сосиску. Она вкусная. Тебе понравится. Еще сейчас будет. На-ка! Выкусил, да? А! Ихраси! Ани хо-хо! Ретрит! Ретрит! Так, бери меч! Какой нахер меч? Стрелу, стрелу. А он вообще какой-то такой, типа, спокойный. Куда ты? Куда? Он даже остановился, типа, такой, парень, ты чего это? Мать его! Тихо. Сосни! Тварь! Получил, гаденыш. О, наручи. Может, оденешь сразу? Какие наручи? Это наручи как в набор у тебя. Сейчас броня стоит твоя. Там второй не согрелся. Второй стоит.
Ты тихо, ты посмотри сначала на второго, блин, они. Он стоит. Вверху что-то кто-то еще. Хедшот, бич! Понял, да? 1000! Еее! Биг босс. Походу это был. А теперь подойди к нему сзади и аккуратненько, аккуратненько так. Тихо, тихо, спокойно. Почему главное дальний сагрился, а этот нет? Странно вообще. Странная игра. Что я могу сказать? И такая, знаешь, звук из миссии невыполнимого. Дерьмо! Дерьмо! Сколько их там? Сколько их там? Поэтому и нужна была та решетка. Я поэтому и говорил, что нужно было магии его издалека бить. А я говорил, что нужно было решетку закрыть. Нахер ты их валишь сейчас? Потому что надо. Он не сдох. Гаденыш. Ну, почти сдох. Ну ты, лайк и баунс! Я умелый маг! 9.00, ты прям в 9.00, ну чё? Всё. Можешь оставить меня одного, если хочешь. Смотри! Нет! Ты не уйдёшь! Стой там! Нет! Я заберу тебя с собой, тупой рыцарь! Я заберу тебя с собой, и ты будешь смотреть на мои приключения и завидовать мне, Кастельёныш! Смотри, как я пью посередине моего зала! Теперь это мой зал, ублюдок! Мой зал! Мои правила, я надеюсь. Тебе сверху там. Она такая, нет, ну ты не можешь так. Я могу делать, аж я захочу. Он вылетел. Центрифуга. Свирепый враг. Какой там свирепый враг? Там котенок какой-то маленький. Котенки. Всех убили, как сраных котенок. Кстати, там душу какую-то, сраную душу. Ну так, а я куда иду? Да. А так, а я что делаю? Там какая-то, да, я помню, еще. Там еще один стоял. Мне сейчас напишешь, какой-то успех получилось. Не спры... Вверху. Это, ну, наверное, курсе, про того чувака. Капитан, наверное. Как бы, капитан. Хули тут капитан? Душа-хранительница огня? Душа-хранительница. И чё? Я думаю, что нам нужно ее оставить живых и не тратить понапрасну. Я тоже вообще, если честно, так думаю. Нам нужно как-то добраться наверх, я думаю. Вот и наверх лесенка. А чё здесь за дерьмо? Кратчайший путь в ад! Лифт. Это лифт, прикольно. Куда так он идет? Вот дерьмо. Ты накаркал. Кратчайший путь, мать его. Ват, собаки. У тебя аж блюр пошел по экранчику. О, это вниз прям, понял, да? Я могу поехать обратно, получается? Стой, не уходи. Тут скелеты будут, наверное. Нет, это ты помнишь первый раз, где был? Первый раз, ты помнишь? О, я взял душу хранительницы огня, теперь я могу, возможно, ее отдать какому-нибудь хранителю огня. Кстати, да, помнишь, там был этот тип из гильдии какой-то грёбаный? Может, ему она нужна? Так, запомни, где это место, где можно на лифту прокатиться. Ну, тут, знаешь... На лифте, лифтя, лифтю. Так, посмотрим на неудачника еще раз. Чуть-чуть. Смотри, как у тебя здесь такой же щиток. I have to... Что выбираете? Нет, мне не интересно. Ты толстый, ты понял, толстый? Пошли к скелетам, кстати, завалим тех, помнишь? Мне кажется, мы их в легкую сейчас просто расхерачим. Нет, я думаю, на этом мы закончим. Спасибо, что смотрели. Нет! Это был я и Максим, и мы поиграли эту тупую игру. Эй, мы остались живы даже. Кратчайший путь. Честно, а мы выйдем туда, и там опять нас зудут маги. Мне кажется, если мы сейчас здесь сохранимся, то... Можно новый уровень получить. И в честь этого я неожиданно бац, и вкачиваю силу. Нееееет! Или да. Ну, конечно, интеллект у нас как-то повеселее выходит, лучше интеллект. Ну, по идее, конечно. А ученость что дает? Ученость больше... Магии? Стоял? Да, попробуем ученость. Ячеек магии. А зачем на ячейке магии? Кстати, у тебя, наверное, другие способности еще какие-то есть. Стоп! Нет, у меня их нет. Ладно, значит, тогда... будут, смотри. Ладно, но интеллект всегда профит. Когда только у тебя появится уже магия другая, мне будет интересно. Ладно, пока мы на это закончим, и надеюсь, нас не убьет какой-нибудь темный призрак, пока нас не будет.